Земля от света. Идем дальше. Ольга Исакова ответила Юрию. Бедная Ольга. Но дело в том, что все, что я не делаю, поймите, это все равно учеба. Потому что если с Ольгой несколько лет пообщаться, вот, то остается уже не пила, не ножовка, не это, не секатор. Топор. Вот. Теперь еще пару слов про свободное пыление. Мы с вами проходили, так? Вот верхние три случая, давайте вспоминаем. Черешня, ну да, черешня прививка, тогда два случая. Абрикос в этом, пусть 25 штук, но это не значит, что завтра он помрет. Вот. И, ну, в общем, два случая с этим. Я их не выбирал, мне никто, я Железов, опять клясться запретили, а я не клянусь, Мне, значит, не было случая, чтобы из вас, а я получил уже столько десятков, уже счет на сотни пошел, писем с фотографиями прекрасных сорт и плодов, пусть не обязательно роскошных таких, а чуть поменьше, вот, но вкусных, сладких. Вспомните, ну извините, этот не способен на обман, Ваулин, директор института, вот, который, у которого наоборот все укрупнились мои. Видите, роскошные эти? Также вкусные, укрупненные, эти же самые манжурцы. Так вот, получается, что мы многое можем захотеть, и у нас для этого есть все возможности. Свободное перекрестное пыление – это как минимум, вот, которое вы в данном случае обман шарлатанства, да? Это и есть здоровье. Вы бы хотели, если бы, допустим, я беру, извините, такой крайний случай. Вот Геракль, значит, есть 12 подвигов Геракла, вы их знаете. В школе проходили. Это миф, это Древняя Греция, все замечательно. Кто-то еще читал дополнительно. Интересно. Фильмы есть. А 13 подвиг, ну, замолчали, какой-то он немножко фривольный. Вот. Осеменил за раз 40 девушек. А теперь скажите, пожалуйста, вы когда, извините, приходится выходить замуж и не знаешь, какой ребенок будет, здоровый, больной или даже бывает еще хуже, чем просто больной. Вот. Так и у деревьев. Деревья выбирают себе партнеров. Вот понимаете, ну, у меня есть книга, она ее нету, потому что она виртуальная, она только в моем интернете, вот в этом. Деревья, постулат сток, черт его знает какой. Поймите еще раз, я не то, что я хочу разобраться. Я и благодарю Ольгу Исакову, человека, который ненавидит меня люто. Потому что, ну так, поневоле получается, что она не права, и не просто не права, а как-то недалекая. Вот, ненавидит люто. И она, когда вот это обман шарлатанства написала, это от всей души. Не передаются сортовые качества. Пишет она. Понимаете, рядом манжурец, а он вот такой вот, рядом королевский. Какое будет потомство? Они же партнеры половые. На что вместо 100-граммовых у вас появится огромное количество абрикосов 30-50 грамм. Вы что, на меня в суд подадите, друзья? А? Или будете так же писать, благодарить? Так они еще вкуснее, чем у меня. А сколько таких случаев? У меня половина кисло-сладких, половина сладко-кислых. И два сладких с того поколения. С этого же дерева Ваулина пишет все сладкие. Вы понимаете, друзья, о чем речь идет? Облагораживается тот, который скромнее, ну, назовем его плебеем, варваром. Так, он облагородил какую-нибудь принцессу, на которой это дерево, на которой были вот такие абрикосы. Так, что мы получим? Дичок. Но ведь он же не дичок. Его уже есть можно. Уже в соке компота варенье. Уже все Ваулины оказались крупнее. Это мой такой козырь. А так бы я выглядел просто фантазером. А Ваулина-то, я же вам показывал фотографии его. Посмотрите, какие фотографии. Да? Вот. Здорово же. И я благодарю Ольгу Исакову. Вот. Поневоле, конечно, это, когда она начала оскорблять, ну, я тоже не сдерживался. Но понимаете, это до того интересная жизнь.
когда она пишет «Обман шарлатанства», выглядит при этом, ну, человеком, ну, который сам себя обманул. Вот. Помните это? Как ее? Унтер-офицерская вдова себя высекла. Это вот такая формулировка на все случаи жизни. Так. И у нас получается, что еще раз, благодаря ей я вам преподнесу, боялся. А вдруг скучно, а вдруг не это. Но ведь вам-то жить-то или в смешанном саду, или в моносаду. Моносад – это инцест, это близкие родственные связи. Это если одно дерево уже больное, другое больное. Вы никогда не видели деревья с этими, и неважно какие, с семенами, с косточками. Уже по косточкам видно, что они больные, семечки видно, что больные. Какое к черту потомство? Всегда в саду должен быть плебей. И ничего, что, а как получилось, что у меня манчжурец один, королевский, я еще раз, Манитоба, Амур, Сенец Амура. Нет, академика рядом не было. Ну и так далее. У Вавулина получились все деревья, потомки. Еще раз, это учеба, ребята, не отключайтесь. Все, это важнейший момент, все потомки оказались разные. 100% видно, что у них разные отцы. Потому что до этого оно всегда сам, этот патриарх, тут абрикос, патриарх, который и папа, и мама, он всегда давал желтенькие вот такие плоды, кислые есть невозможно. Вот так вот. И еще раз. Итак, делаем вывод. Итак, делаем, как называется, этот самый. Итак, постулат. Я бы даже уже смело писал аксиомы, я бы писал законы. Это даже закон. Но мне еще простят постулат, хотя прощать некому. Специалистов раз-два, такие, как приезжал ко мне этот самый председатель Союза садоводов. Таких, их вообще единицы. Итак, постулат. Дерево, не как вы, генеративное размножение, пишите, надо бы. Вот. Дерево выбирает себе полового партнера, и чем больше сортов расположены рядом, поняли, да? Там надо будет лучше сформулировать. Чем больше их будет рядом, тем здоровее потомство. При этом культурные качества будут, пусть не обязательно, как у папы или у мамы, но они будут всегда лучше, чем у второго полового партнера, чем у плебея. И что? Ради этого не стоит жить. А что у нас уже этими сортовые качества, если передавались при генеративном раздражении, у нас что, покрылось, или вы сделали, что с вашей помощью Россия покрылась этими сортами? Да даже если бы это все было, вы же все равно научите людей уничтожать. Просто брать и уничтожать. Вот. А люди вам верят, выкладывают по 1000 рублей. Эй, там выше текст вот тот. Два этих. Сегодня два праздника. Три, но два из них с косочек. Вот. Люди вам верят, люди мне поверили. Читали? Вот. И самое интересное, что над этим работал Казьмин. С косочками, семенами. Байкалов, Мичурин. Это наши выдающиеся люди. Ольга Исакова. Как ты говоришь, вы на кого батон крошите? Вы на кого бочку катите? Вы что, покажите нам свой сад, а? Ну, это все из косточек. Из косточек. Привет потом. Ну, это те наши старики. А еще же есть это, Лутенков. А еще Боднар. А, на кого батон крошите? Вы что, с какого этого? Кто преподаватель-то был? Да, в свое время разогнали эту мичуринскую школу, Лысенковскую. Я знаю, что до сих пор аукается. У меня даже это есть там материал подготовленный. Я боюсь вам его показывать. К концу разговора я буду один сидеть, и еще пару человек там этих, с той стороны экрана.
Ребрик будет там сидеть, ну, еще десяток тех ветеранов. А им-то что доказывать? Они сами могут читать. 10-20 железовцев могут читать лекции, включая Тимирязевку. Ее можно спасти. В одночасье. У меня сейчас, у нас плохой урожай в этом году. А сказать, сколько у меня в погребе? Боюсь. Так вот, если мы с вами взялись бы за Тимирязевку, а надо-то 3-5 лет, а вдруг бы еще продержалась? Кто бы стал пускать бульдозеры, если у Тимирязевки вот это было бы то, что вы видели у меня или у Латинкова, или у Боднара? Вы видели Боднара это? Ой, да видели же. А она, жаль, вот сейчас бы я не иду где-то. Не смотрела и смотреть не буду. Но если вы ездили на велосипеде, вдруг появился мотоцикл. Не хочу знать, что есть мотоцикл. Появился легковушка. Не хочу знать, что легковушка. Появился самолет. Не буду знать, на велосипеде буду кататься. Какой же вы ученый, Ольга?